Зимний призыв в эти выходные объявил автосалон «Регион-62». Клиентов и посетителей встретили военные, которые предложили продемонстрировать мастерство в стрельбе и силовой подготовке. Полевая кухня, армрестлинг, отжимания, стрельба – настоящий праздник по-мужски. 23, 24. И, конечно же, скидки и подарки. В розыгрыше призов – сувенирные автомобильные товары, а также ценные призы. Главный приз – современная сигнализация с автозапуском, а также подарки для самых маленьких будущих водителей. Я люблю «Регион-62». Сегодня в автосалоне представлены несколько брендов автомобилей. Это такие известные российскому водителю марки, как Hyundai, Lifan, Chevrolet Niva. А в прошлом году к группе компаний «Регион-62» присоединился и дилерский центр Ford, который предлагает увидеть весь модельный ряд. Ford сейчас является лидером в плане ценового предложения при сдаче автомобиля в зачет, потому что уже сегодня вы можете обменять свой автомобиль с преимуществом до 200 тысяч рублей. Поэтому ждем всех желающих. Мы всех поклонников марки приглашаем посмотреть, что из себя представляет современный Ford. Новый Ford Region 62 – это не только обновленный шоурум, который вы могли сегодня увидеть, но и новые стандарты качества обслуживания, широкий модельный ряд, выгодный сервис и, конечно, уже полюбившаяся вам команда профессионалов. Наш девиз – ближе к людям. Поэтому мы всегда готовы предложить самые выгодные условия для покупки нашего нового Ford. Регион 62 делает ставку на долгосрочную работу с клиентами. Это не только покупка автомобиля, но и обязательно сервисный центр, который оснащен современным оборудованием. Это позволяет производить полный спектр услуг по техническому, гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей, сложные диагностические и ремонтные операции, включая капитальный ремонт двигателей и трансмиссии. Поэтому за новым автомобилем рязанцы сюда приходят не один раз. У нас достаточно гибкая ценовая политика на услуги, на запасные части. Поэтому я хочу призвать всех клиентов, которые посещают наш сервис, чтобы они не стеснялись говорить мастеру о своих пожеланиях, говорить о наших недочетах, потому что мы хотим меняться во благо клиента и соответствовать всем его ожиданиям. В принципе, по любому вопросу, связанному с автомобилем. Даже иногда бывает просто не специально едешь по дороге, да, по данной трассе в каком-то направлении. Вот, смотришь, ага, здесь ребята знакомые, да, заезжаешь просто, какой-то вопрос, да даже колесо спустило, да, да все что угодно, любой вопрос доволен очень. Группа компании «Регион-62» на автомобильном рынке Рязани с 2003 года. На протяжении 15 лет автосалон принимает активное участие в жизни города. Хочу поздравить всех мужчин, пользуясь случаем, с Днем защитника Отечества, особенно профессиональных защитников Отечества, пожелать всем здоровья прежде всего. Ну а впереди еще много знаменательных дат, таких как 8 марта, День Победы, День здоровья мы собираемся проводить на территории своего комплекса, ну и многих других, поэтому приглашаем всех желающих посетить наше мероприятие. Алена Кукулева, Роман Вихров, телекомпания «Город».